Всем здоров, народ. В общем, небольшая реконструкция будет по МТА. На CCD, я думаю, мы больше не будем играть, или будем, но очень редко в интересных каких-то случаях, так что, потому что я там бомж, мне там ловить нечего. А вот я с друганами играл и нашел шикарнейший, мать его, сервер в МТА. Он называется Need for Speed. И чтобы вы понимали, это реально Need for Speed. Давайте вот создадим перса. Вот вы видите, как меня зовут. Макс Феликс. Все как обычно. Если что, находите на карте или там, может быть, увидите где-то. Так что я буду распознаваться легко. Лет. Ну, пусть будет 27. Пассажира. Так, нет. Ты мне не нравишься. И ты тоже. Нет. А это сложно, это, наверное, самое сложное. Наверное, будет вот этот бич с футболкой Rockstar. Так что погнали. Так, выберите гараж. Ганг-то не хочу, Дохерти тоже. Прики Пайн. Ну, давайте, ай. Сложно тоже очень. Давайте в Сан... Как это? Сан-Фиера. Ух ты, как тут тачки тюнить можно. Так, удерживайте колесико для того, чтобы поворачивать камеру. Ага, вы можете перемещаться. Так, стрелок, Enter. Ага. Вот, настал выбор нашей первой тачки. Бравуда. Она какая? Тут написано привод. А, вон передний привод. Это херни задний привод. Передний привод. Это что у нас, фута? Не, это манана. Примчик любимый. И Вашингтон. Ну, короче, все на заднем приводе. Раз, два. Два на переднем. То есть, либо вот это вот, либо Манана, либо Браура. Ну, это получше будет, по идее. Хотя я люблю седаны, но они, сука, здоровые. Ладно, возьмем Манану. В принципе. Посмотрим, что это за дичь. Да, хочу купить. Тут говорят, тюнинг просто нереален. Что это у нас? Бонус до того, как накопите 20 тысяч РП. О, отлично. Ладно, давайте сразу в гонки. Не будем терять ни минуты. Вот быстрый заезд, персоналки и гонки на время. Давайте в быстрый. Мы сейчас подождем, пока лобби набежит, короче. Ребята, мы сейчас начинаем нашу гоночку. Нашу первую, мать его, гоночку. Конечно, соперник у нас серьезный. Но это нам, надеюсь, мешать не будет. О! О! Это, короче, наш собрат только вкачанный. Давай, 3, 2, 1. Полетели! Рейзер. Погнали, Рейзер. Ай, сейчас ты уйдешь вперед, да? Или нет? В смысле? Ты что, только внешне пассажир накачан, да? Я так понимаю. Или там. Или это ты просто так решил поддаться? В любом случае надо тащить, потому что на это вот поддаваться не стоит. Может, у него там и не вкачаны. Нам куда? Нам направо. Ой, ёб твою, налево. Сука, он же сейчас догонит. Вот лох. Нет. Боже, ну так пролошарить, мафака. Это надо уметь. А, и вот видите, машины, они проходят сквозь друг друга. То есть вариант, что тебя затаранят, или ты кого-то затаранишь, тоже исключается. Это тоже как большой плюс, я считаю. Это может быть кому-то не нравится, но мне это лично нравится. Потому что надоело быдло, которое вечно щемит всех. А тут чисто вот показывает, кто как ездит. Не говорю, что я царь тащу, но, по крайней мере, факторов помех будет меньше. Ох и боже, как ты прыгаешь. Манана. Так, сколько нам осталось? Где тут видно вообще... А, вон, 84%. А нам херня осталась. Это уже плюс. 171 максималочка. Ну, нормас. А, финиш прям за углом, да? Тихо. Тут можно было и раз, бич. Вот так это делается. Дали 75 РП и 100 бачей. Ну, что маем, это маем. Переходим к следующей гоночке. Ну вот, ребята, и наша следующая гоночка. Я чувствую, мы тут срём, потому что тут серьезные пацаны накачанные.
Какой же тут охеренный тюнинг. Ладно, давайте попробуем. Это дрифт. Поэтому нам с передним приводом тут будет сложно. Или нет. Или да. Ай, блин. В принципе, если тут... просто этот сервер строился по принципу этого... Как этот Need for Speed называют? Господи, уже. Андеграунда второго. Если он строился по этому же принципу, то это будет шикарно. Так как вот, честно сказать, я на Тибуроне, кто помнит Тибурончик, палец вверх, прошел почти 70%, чтобы не сбрехать карьеры в Need for Speed. А он был переднеприводный. То есть управление лучше будет. Либо там вообще как, надо было дрифтить либо на переднем приводе, либо на полном. Потому что задний очень сильно закручивал. Ну это ж тут же еще и, так сказать, трасса настраивается под занос. Правильно? Так что посмотрим, что из этого получится. И пока что мы на третьем месте. Надо выйти хотя бы на второе. Он типа 70 тысяч достал. Молодец, конечно. Мы на втором месте, он снова на третьем. Ну тут он зверь, видите? Либо это звери такие дикие. Ух ты, ядрать он заколхозил Вашингтон. Братиш, тебя развернуло чуть-чуть. Ух, он его заколхозил. Тихо-тихо, сука. Ну, не все гладко, не всегда бывает. У всех. Все когда-то проигрывают, ошибаются. Учтите, что мы тут самые нищенские среди них. Тут самый минимальный... уровень машины, если точнее не уровень, а рейтинг производительности. Тут что-то у нас 169, а тут 300 с хером. Так что, сука, 900 очей слетело. Так что мы еще ничего так более-менее тащим. Но днина какая, ёб твою мать. Днина какая-то 9000 только насобирала, паренек, что ж ты так этот. А кто-то 200к. А ну постараемся набить хорошее комбо, если это вдруг получится. Ну, не уверен, конечно. Давай, 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 давай. С пацанами идем наравне, наравне, наравне. Ее затюнить бы еще. Капец, ребята, ну вы. Я тэш с вами хочу, пацаны. Ну, короче, кстати, в дрифте, вот... если ты первый едешь, это еще ничего не значит. Потому что тут же на дрифт решаются очки. Я когда в Need for Speed играл, вообще, блин... четвертым приезжал и рвал всех. Ну, я думаю, это я не один, так многие делали. Это просто вот самое интересное. Все уже стоят, тебя ждут на финише. Ты последний там плетешься. А потом бабах. И в итоге ты оказываешься, что ты первый. Ну, я думаю, на стоке против таких машин еще и третьим быть. Это неплохо. А вот типок, конечно, затюнил его, но походу он... так как и я просто тоже тут немножко играл. У меня был вот этот Вашингтон, он нереально дикий, вот просто вот, то есть он его херово так ловит, вы же видите сами, и у меня получалось точно так же, если не хуже. Я думаю, ну его нахер, возьму-ка лучше переднеприводную тачку, она должна быть по идее поустойчивей, немного рулиться в случае, это же все-таки передний привод, это ж вам не жизнь. В жизни да. Задний привод вещь, а передний это для спокойной езды. А тут, ну тут обратная ситуация. Да, ну первое и второе место нам не догнать, конечно. Надо нам сделать так, чтобы нас четвертый не догнал. Хотя бы по очкам. Ну а у нас остается полтора круга на все про все. Что там вообще? Максимилиан, братиш, что ж ты так... как-то никак. Вообще. Ну ничего. У всех бывают победы и поражения. Да, 8 кругов это, конечно, жестко. Но ничего. Мы ж качаем бабки. Качаем этот, как это называется, уровень, опыт. Чтобы прокачивать тачанку. И, наверное, первое, что мы сделаем, это качнем мы то ли на ускорение, то ли на скорость. Управление мне пока что нравится, ну, более-менее. А вот ускорения и скорости ей не хватает. Поэтому будем это качать в первую очередь. Так вот и поступим, скорее всего.
Бич. Мы доехали, ребята. Пусть и третий, но мы доехали. Вот такой вот скромненький выигрыш. Хотя нет, нихера не скромненький. Ой, бодипоинт нам дали. Юху. Ох ты, ребят, как это шикарно. Гляньте, какие у них тачки. А мы их. А, вот тут мы их уже цепляем. Боже, вот это тюнинг, я понимаю. Класс. Ну не знаю, это реально Need for Speed. То есть это этажные. Этажные машины. Под NFS закос. Просто, вот где у нас тут. Так, нам надо ехать. А, я понял. Тут оказывается, если я не ошибаюсь, этот. Ну ты чмо! Вот видите, о чем я говорю? Такие чмошники, сука, взял и подрезал, гнида тупая, специально. Приглашают вас в команду дрифтрейсеров. Ёптить. Принять, конечно. А как это сделать? А вот, принять. Еее. Вызывают вас на дуэль. Ну давай, поехали. Ну давай, занял. 3, 2, 1. Куда летим? А, он чисто по приколу, да? Только поиздеваться решил. Ну ладно, 100 бачей-то лишними не бывает, правильно. Я тоже так думаю. О, а, даже 80 РП и 100 бачей. Это еще лучше. Спасибо тебе, друганчик. Родина тебя не забудет за такой щедрый подарок. Видите? Как говорится, не зассал и познакомился. А тут... Ёб твою налей. Вау! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ты шо ж так? Кто так делает, дорогой? А вот мы и доехали до гаражика. Отлично. Энтор. Хотите? Да, хочу. Вот такая вот красивая анимация. Ну, это всё как в NFS. Ну и тебе привет, дорогой. Ты тоже подсоединяйся, если что. Вот, доступно улучшение для Майнана. Какой пакет производительности хотите открыть? Видите, вот уличный, уличный. Ну, все уличное, конечно, но вот двигатель, трансмиссия ИБУ или там... То есть, смотрите, это, по-моему, скорость, это подвеска, а это, если я не ошибаюсь, ускорение. Ну, давайте скорость скачнем. Вот, новый движок. Что по новому движку? Сколько ты будешь стоить? 400 баксов, есть. Берем. Отлично, трансмиссион. Сток, стрит. Берем, отлично. Еще вкачали. Шины нам не дали, это не дали. От ЭБУ, вот самое вкусное. Есть, отлично. Да. У нас осталось еще 400 бачей. 400 баксов. Ну что ж, давайте выйдем, посмотрим. По-моему, она... Или мне кажется... Нет, она резче стала. У нас тогда 171 был максималка. Вот давайте до забора. Ай, не успею. Не успею. Да, тормоза, конечно, потом мы вкачаем. Вот интересно мне посмотреть внешнее улучшение. Что тут доступно? О, еще и замеры на полеты. Вот это классно тоже. Да, ну что-то передний привод вообще не спасает от того, что ее несет. Я как посмотрю. Хотя нет, спасает. Опа, мусора. Тут и полицию добавили. Ребята, это шикарнейший сервер. Тихо, тихо. Где тут они? Тихонечко. А, стоп, они впереди. Ну, они впереди, а нам надо в бок. Тут, как обычно, беспредел. Полнейший, мать его, беспредел. Дайте нам доехать спокойно, ребята, до точки. Точки кузовни. Глянем, что у нас по кузовне. Окей. Заезжаем. Угу. Передний бампер. А ну. Ну, такое. Такое. О! Вот это мне уже нравится. Вот это тоже неплохо. Ну, как обычно, последние, самые топовые. Нихера тут бамперов. А ну, задний. Нет, нет, нет. Ну, задний, вот это неплохой. Vortex еще более-менее. Ну, ладно, это такое. Капот, что тут капот? А, ну, на капот всякие приколы, понятно. Воздухозабор, крыша. А что за крыша? Серьезно? Весело. Каркасик добавили? Класс, в прошлый раз этого не было. Ну, жалюзи были.
Жалюзи были. Что по спойлерам у нас? Этот CCTN мини такой. Этот побольше. Ну эти все интересные были. Передние фары. Ничего не меняется. А вот тут вот уже вот это интересные. Третьи. Мне что-то третьи понравились. А ну задние фонари. Такое. О господи. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Глушачок бы я поменял, конечно. Vortex. Та ну. Наш хорош. И самые вкусные диски. Которые все, сука, закрыты. Широкий кузов. Бумчик. Вот это мне нравится. Ой-ой. О, господи. А вот первый еще ничего. Ладно, я думаю, мы тут спойлерок прицепим. Или не надо? Не надо пока. Отличненько. Вот так вот еще давайте третью гоночку. С одним собратиком затюненным. И вот вторым непонятно кем. Попробуем им что-то сопоставить. Но пока что херово это получается. О! Это радары! Это моя самая любимая со всех форспидов. Просто вот и жалких 83 километра. Но тут тоже надо, конечно, уметь проходить повороты эти. Блин, надо было не за этими дурачками. И господи, что с тобой происходит? Радары всегда тоже было прикольно. Тоже не обязательно ехать первым. Хотя многие всегда ехали первые, в том числе и я. Вот уверен. Но главное разогнаться, нормалек, чтобы предоставить что-то интересное. Ну, 115 мы на втором месте. Чувствую, первый поинт нам все засрал. Вот мне что-то кажется. Они еще, сука, расположены так. Это не на максимальную скорость, а на ускорение, блин, тест. Кто на сколько пройдет? 84, уже третий. Не, ну хлопцы тут заряженные, да, тоже. Надо не сильно этот... Ну, расстраиваться, конечно, надо, но я за то, что вот, как вам сказать, не надо греть себя такими утешениями или что ли, надеждами, что вот я зашел с пацанами, которые сильнее меня, а я сейчас, с ними на машинами, я сейчас их затащу. Ну, нет, ну, такого не всегда бывает. Пиздец, ну, ёб твою налево, сука, как всегда. Победитель не то, что по жизни, а по вселенной, сука. 60 километров в жопе, как обычно. Еще их натыкали так интересно. 29 секунд. Едем, сука. Едем. Расслабься. Сейчас будем он с пареньком. Заодно проверим нашу максималочку. Полетели, давай. Ну, конечно ж ты на повороте, гнида, будешь. Конечно ж ты на повороте будешь. Да, 30. И в итоге они аж на 200 килл, суки, впереди. Писец. Это расположение меня бесит больше всего. Финиш, ну финиш так финиш. На третьем месте, ну на третьем месте. Как я и говорил. Ну не мог я удержаться от еще одной гоночки. Кстати, с теми же пацанами. Что это у нас? И тут еще один новый матикс какой-то присоединился. Ладно, полетели. Что в моем кейсе? Ничего интересного. То же самое, только в обратную сторону. Или это просто гонка? А, это просто гонка. Ну ладно. В смысле, как они там это объехали? А, бордюр. Бордюр. Ну ладно, полетели. Да, мы пока что в жопе, пока не на затюненной машине. Они нас чисто тупо вот по скорости обходят. Да и резину надо будет сделать. Ну, посмотрим. Что-то Флека Джода. Как же. О, хлопцы, что вы тут забились чуть-чуть, да? А, то я себя утешил немножко. Ну ладно, поехали дальше. Оп, срезал чуть-чуть. Нихера себе паренек оторвался. Йоу-йоу, бич, не дрифтуй так круто. Мне аж неловко становится. Поехали. Ну, ребята, дайте я вас догоню. Сейчас мы, товарищи, их достанем. Ну, я надеюсь, по крайней мере, на это. Что они тут залошарят чуть-чуть. О!
Давай, 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 давай. Пошла, мальчик, мальчик, пошла, хорошая. Сука. Тут нету срез. А, нет, там срез был, я просто не туда заехал. Был же? Был. Мафака. Ну ничего, второй. Так. Теперь у нас две задачи, чтобы нас не обогнали эти парни и догнать первого. Но я думаю, более реальная будет та, чтобы нас не обогнали эти парни. Хотя они за нами идут впритык, сучий потрох. Как знал, блядь. Как обычно. Так, ну хотя бы третьим. Первым-то уже не получится, парень на финише уже. Давай, я тебя достану. Достану! Ай, почти достал, да. Опять мы третья. Ну, бог любит троицу. А на сколько у нас? Плюс 2 секунды еще. Ну вот. Собственно говоря, вот так вот мы погоняли, ребята. Да, согласен, не совсем удачно. Бывает, не спорю. Но это только начало. Мы уже в начале успели затюнить нашу машину. Неплохо, извини. Затюнить нашу машину. Что с ней сделать? Даже 3 гоночки проехаться. Думаю, это неплохо. В следующий раз попробуем улучшить ее внешне, если нам дастся. Дадутся очки улучшения. Но это не точно, конечно. В общем, ребята, я надеюсь, вам понравится такой формат МТА. CCD вы не сильно меня осудите за то, что я CCD убрал. В общем, ставьте лайки, говорите, какой вам режим нравится больше, CCD или вот такой вот нетфорспидовский. Ну а на этом все, ребята. Желаю вам всем удачи. Пусть пребудет с нами сила. Пока.